Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Часто ли вы задумываетесь о том, что могли бы сделать, если бы победили свою лень, перестали отвлекаться на раздражителей и попусту тратить время, чтобы перестать жалеть об упущенном времени, научитесь его использовать. В этой книге издательства AB Publishing собраны рецепты, которые действительно помогают развить силу воли и самодисциплину, и учат добиваться поставленных целей. Если вы планируете начать новую жизнь с понедельника, то посвятите выходные этой книге. Введение. Вопрос самодисциплины поднимается очень часто, когда речь идет о саморазвитии. Не секрет, что успеху в жизни способствует не только наличие знаний и навыков, но и желание трудиться, правильная мотивация и умение преодолевать себя. Успешные люди всегда могут гарантированно доводить дела до конца, не оглядываясь на эмоциональное состояние. Что же такое самодисциплина? Это способность человека заставить себя делать что-либо для получения результатов, вне зависимости от меняющихся внешних обстоятельств – проблем, потребностей, плохого настроения, вредных воздействий, лени, отсутствия мотива или стимула. Способность делать ⁇ это один из основных принципов достижения успеха. Без него нельзя получить желаемое, а без самодисциплины нужные действия просто не будут начаты или, что чаще бывает, не будут доведены до конца, потому что всегда найдется тысяча отговорок. Дисциплина на самом деле дает свободу. Возможно, в это сложно сразу поверить. Многие люди уравнивают дисциплину с полным отсутствием свободы. На самом же деле все наоборот. Недисциплинированные люди зависят от настроения, желаний и страсти. Самодисциплина включает в себя действия, связанные с тем, что занимает ваш разум, а не с тем, что вы чувствуете сию секунду. Что это означает? чаще всего необходимость пожертвовать временным удовольствием в пользу значимых в жизни вещей. Следовательно, только самодисциплина заставит вас работать над идеей или проектом после того, как вдохновение ушло. Пойти в спортзал, когда после трудного рабочего дня хочется лежать на диване и смотреть телевизор. Проснуться рано ради зарядки и безупречного костюма. Отказаться от пирожного, когда искушение призывает нарушить вашу диету, проверять электронную почту несколько раз в день в определенное время и рассылать нужные сообщения. Зачем самодисциплина нужна человеку? Идеальная самодисциплина помогает выполнять абсолютно все запланированные действия и добиться успеха практически в любом начинании. Она помогает освободиться от вредных и ненужных зависимостей. В том числе дает возможность избавиться от привычки откладывать дела. Представьте себе, чего бы вы уже добились, если бы вы всегда заставляли себя следовать своим важным целям вопреки всему. Представьте, что вы похудели или получили образование, нашли работу своей мечты или заработали крупную сумму денег. Без самодисциплины эти намерения не воплощаются, зато с ней вопросы решаются в вашу пользу. Самодисциплина ⁇ один из самых эффективных и при этом доступных вам инструментов личного развития. Это средство самоконтроля может дать вам силы, чтобы бросить курить или попрощаться с килограммами. Практически не существует проблем, в решении которых не нужна самодисциплина. Самым ценным вознаграждением за выработку и укрепление самодисциплины является возможность получать ошеломляющие результаты и ставить более трудные цели, полезность которых гораздо выше. Глава первая. Самодисциплина. Первые шаги. Раз эта книга оказалась у вас, вы имеете достаточно слабую самодисциплину, как и абсолютное большинство людей. Возможно, в настоящее время не умеете делать определенные вещи, которые вы хотели бы делать, например, играть на скрипке. Но вы можете преодолеть себя, укрепить свою самодисциплину и, наконец, научиться желаемому и достичь новой ступени развития. Да, в самом деле, самодисциплина не является врожденным качеством. Они, может быть, развиты. Вы можете улучшить самодисциплину, так же, как можете натренировать свое тело. Это не делается за несколько дней или недель, но в конечном итоге вы добьетесь значительного прогресса. Так с чего начать? Прежде всего займитесь своей психологической подготовкой. Без правильного настроя, умения контролировать себя и искренней веры в свои силы вы обречены на провал. Как ни странно, именно внутренняя готовность изменить и измениться, самое слабое место при воспитании самого себя. Не существует абсолютно универсальных ритуалов, способных помочь в совершенствовании личности, поскольку все люди слишком разные. Именно поэтому первоначальный этап развития самодисциплины – тщательный самоанализ, перестройка сознания и подсознания. Пренебрегая психологией, вы ограничиваете себя заблуждениями о своих собственных возможностях и способностях. Получается, что ваши успехи будут доходить лишь до той планки, которую вы сами себе установили. В первую очередь нужно менять не поведение, а представление о самом себе. Как это сделать? Осознайте себя. Вы хотите научиться поступать так, как считаете правильным, несмотря на то, что вы чувствуете в данный момент. Поэтому важнейший компонент самодисциплины – познание себя. Вы должны понять, какое поведение и какие признаки лучше отражают ваши цели и ценности. Этот процесс требует самоанализа, ну а его лучше всего проводить в письменном виде. Обязательно уделите время тому, чтобы записать свои цели, мечты и амбиции. Самодисциплина зависит от осознания того, что вы делаете – и того, что вы не делаете. Задумайтесь об этом. Если вы не понимаете, что ваше поведение для вас недопустимо, как вы можете осознать, что нужно действовать по-другому? Если вы сталкиваетесь с постоянными трудностями в конкретной области жизни, скорее всего это означает, что корнем проблемы является отказ от признания реальности такой, какой она является. Пока вы не поймете, что именно вам мешает, вы не сможете правильно определить, что можно, и что нельзя делать? Вы будете добиваться кратковременных успехов в мелких делах и совершать серьезные ошибки в больших проектах. Но вы, скорее всего, будете винить внешние обстоятельства и трудности, чем сможете признать, что вам необходимо стать сильнее. Поэтому так важно понять, что без серьезной работы над собой вам не обойтись. Определите ваш уровень самодисциплины. Если его не знать, то будет непонятно, как планировать свою работу в дальнейшем. Это утверждение может показаться простым и очевидным, но на практике оценить это чрезвычайно трудно. Самая первая ошибка, которую делают люди в стремлении повысить свой уровень самодисциплины, это неспособность точно понять и принять свое текущее положение. Тренировка силы воли похожа на тренировку мышц. Чтобы добиться успеха в спортзале, надо знать, насколько сильны вы в данный момент. Без этого вы никак не сможете подобрать разумную программу тренировок, только рискуете получить слишком сильную или легкую нагрузку. В первом случае вы не сможете сделать и первых шагов, во втором улучшения будут слишком незначительными и пропадут даром. Итак, нужно решить, какая задача для вас легка, а какая кажется невыполнимой. Вот примерный список вопросов, которые помогут вам проанализировать, где вы находитесь прямо сейчас. Вы принимаете душ каждый день. Вы просыпаетесь в одно и то же время в будни. А в выходные? У вас лишний вес? Сколько? Если у вас зависимость и пищевые привязанности? Кофеин, никотин, сахар, которые вас не устраивают, но отказаться от которых вы не можете. Вы уверены, что почтовый ящик пуст. На вашем рабочем столе хорошо организованный порядок. В вашем доме чисто. Сколько времени вы тратите впустую в будни? В выходные? Если вы кому-то обещаете что-либо, какова вероятность, что вы выполните обещание? Если вы даете обещание самому себе, какова вероятность, что вы выполните его? На жестком диске вашего компьютера царит порядок? Как часто вы делаете зарядку или занимаетесь спортом? С какой самой большой физической нагрузкой вы сталкивались? Как давно это было? Сколько часов вы тратите на работу в будни? Есть ли дела, которые вы не можете сделать в течение уже трех месяцев? Записываете ли вы свои цели и способы их достичь? Сколько времени в день вы смотрите телевизор или проводите в соцсетях? могли бы вы отказаться от телевизора на месяц? А от развлечений в интернете? Как вы выглядите сейчас? Аккуратная ли у вас стрижка? Выглажена ли одежда? Вы придерживаетесь принципов здорового питания или сидите на диете? Есть ли у вас долги и кредиты? Ну и, наконец, оцените свой уровень самодисциплины по шкале от 1 до 10. Вам следует определить сферы, где ваша дисциплина явно отстает. Оценить, насколько она далека от идеальной, и разработать для себя программу тренировок. Например, если вы каждое утро с трудом поднимаетесь в 9 часов утра, есть ли шанс, что вы можете просыпаться в 5 часов каждое утро? Вряд ли. Но могли бы вы вставать на 15 минут раньше? Да, это несложно. А когда станет получаться просыпаться еще на 15 минут раньше? или вам удобнее сразу переставить будильник на полчаса назад. Как только вы начнете повышать уровень самодисциплины, вы начнете замечать за собой ненужные действия. Вы обнаружите, что грызете ногти, отказываетесь от посещения бассейна, покупаете новое пирожное или постоянно проверяете количество сообщений в телефоне. Развитие самодисциплины требует много времени. Со временем вы научитесь замечать мелкие проступки раньше, чем вы поймаете себя на недисциплинированном поведении. Это поможет вам принять правильное решение, которое будет находиться в гармонии с вашими целями и ценностями. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Настройтесь на новый лад. Исход любой ситуации зависит от ее причины. Причиной саморазвития всегда служит какая-то идея или убеждение. В течение всей своей жизни каждый из нас получает и накапливает определенный опыт, на основании которого у нас складывается очень четкое, но не всегда верное представление о самих себе. Проблема в том, что вне зависимости от истинного положения дел, мы слепо верим в свои представления, и они таким образом становятся нашей правдой. Как правило, недисциплинированные люди верят в свою неспособность организовать жизнь. Кроме того, они убеждают в этом других, и именно такие упаднические настроения определяют не самое лучшее качество жизни. Наше сознание устроено так, что прочно закрепившаяся мысль, например, о собственной неполноценности, начнет управлять нашей жизнью. Решить эту проблему может только серьезная самостоятельная перестройка умонастроения. К сожалению, часто именно такие наши представления о себе становятся преградой для саморазвития, ограничивают и мешают довести до конца дело. Решите изменить свою жизнь. Возможность достижения результата на пути развития самодисциплины зависит от того, готов ли человек отказаться от своих старых привычек и взглядов. Способен ли он перебороть неверие в себя, убежденность в ограниченности своих возможностей. Даже если вы уже поняли, что подход к делам и ко времени надо менять, даже если осознали, что без развития не сможете добиться желаемого, вы будете испытывать страх перед переменами нежелание как-либо влиять на вашу жизнь. Человеку свойственно до последнего оставаться в своей зоне психологического комфорта, даже если такое бездействие заведомо приведет к катастрофе. Между тем, единственный способ достичь нового уровня развития ⁇ это признать некомфортную для себя правду. А правда заключается в том, что самодисциплиной нельзя заниматься от случая к случаю это непременно должна быть системная и постоянная работа. А это значит, что ваша жизнь изменится. Приготовьтесь к тому, что сначала это будет непривычным и неудобным, но последующие выгоды с лихвой компенсируют трудный переходный период. Поставьте себе правильную цель. В глубине души каждый человек точно знает, чего желает добиться в жизни. Когда вы прислушаетесь к своему внутреннему голосу, вы обязательно поймете, что именно вас не устраивает и почему вы решили заняться самодисциплиной. Если вы хотите взять под контроль свою жизнь, то в первую очередь должны понять, к чему вы хотите прийти. Вы должны сформировать образ собственного «я», то есть мысленное представление о том, каким вы хотите себя видеть. Прежде чем понять, как получить желаемое, нужно точно определиться с желаниями. Как только вы осознаете, что для вас важно, ваши планы сами собой будут выстраиваться вокруг достижения цели. Четкое представление о своей мечте, это может быть дом, работа, машина, деньги или счастливая личная жизнь, значительно увеличивает шансы заметить подходящие возможности и воспользоваться всеми удобными моментами обязательно зафиксируйте письменно все ваши стремления и желания. Таким простым способом вы на шаг приблизите мечты к реальности. Пообещайте себе добиться результата. Недостаточно просто записать на лист бумаги ваши цели и ценности. Вы должны обязательно дать внутренние обязательства перед собой и пообещать добиться результата. В противном случае, когда утром вас разбудит звон будильника, вы не найдете ничего страшного в том, чтобы полежать еще несколько минут, а затем вновь отложить подъем и зарядку. Если вы не дадите себе слова ⁇ достичь желаемого ⁇ вы рискуете бросить любой проект сразу после того, как пройдет первый период полный энтузиазма. Если вы уже хоть когда-нибудь пытались упорядочить свою жизнь и терпели поражение на этом пути, начните с принятия сознательного решения. Дайте себе обещание, что вы завершите то, что вы захотели завершить. При этом обязательно определите примерный срок, к которому обещание будет выполнено, и основные условия, которые будут служить критериями выполнения. В течение длительного времени вам придется отслеживать свои обязательства и решать, насколько далеко вы продвинулись на своем пути. Как говорится, что может быть измерено, то может быть улучшено. На пути достижений вам встретится множество отвлекающих факторов. Непредвиденные обстоятельства, настроение и самочувствие. Многое может изменить ваши планы. Поэтому самодисциплина очень сильно зависит от мужества и умения сказать нет. Абсолютно все люди бывают вынуждены менять свои планы. И чем чаще это случается, тем меньше энтузиазма в деле испытывают. Именно поэтому важно контролировать свои шаги на пути к цели. Как только вы начнете одерживать небольшие личные победы, ваша уверенность в себе существенно вырастет, а вслед за этим вам станет легче придерживаться принципов самодисциплины. Научитесь вести внутренний диалог. Когда мы ждем от конкретной ситуации определенного результата, мы обязательно его получаем. Стоит заранее убедить себя в том, что события будут развиваться по определенному сценарию. Мы начинаем усваивать только ту информацию, которая может подтвердить наши ожидания. И они неизбежно оправдываются. Зная такую особенность работы психики, вы можете с помощью внутреннего диалога либо укрепить сложившееся представление о самом себе, либо изменить его в лучшую сторону. Чем больше мы думаем о каком-либо своем качестве, тем сильнее мы к нему привыкаем. Мы автоматически поступаем так, как привыкли, даже не задумываясь о своих действиях. Например, не оправдав собственных ожиданий, многие люди закрепляют в подсознании отрицательный опыт. Они то и дело повторяют, опять у меня ничего не вышло. Вот так всегда. Подобные мысли усиливают негативное отношение к себе и приводят только к повторению плохих результатов. Но верно и обратное. Правильный внутренний разговор с собой дает возможность совершать именно те поступки, которые принесут пользу. На основе этого свойства человеческого сознания, разработаны многочисленные практики аутотренинга. Главная суть всех таких методик состоит в том, чтобы научиться не критиковать себя в самые сложные моменты, а программировать на нужные действия. Для этого вместо самоосуждения мысленно или явно на бумаге опишите, как вы поступите в следующий раз. Не стоит зацикливаться на своих недостатках и копить отрицательный опыт. Просто скажите себе, в следующий раз я поступлю так-то и так-то. Этим простым утверждением вы сразу же установите продуктивную обратную связь со своим подсознанием. Вместо отрицательного опыта в вашей памяти отложится конструктивная установка на будущее. Если же вы сделали что-то правильно, удовлетворены результатом своих действий и испытываете душевный подъем, то постарайтесь закрепить в подсознании этот нужный опыт. Для этого просто скажите себе, я такой, это на меня похоже. Такие простые утверждения являются лучшим способом повышения самооценки и самоуважения. Как только вы овладеете простыми правилами внутреннего диалога, перестанете попусту себя критиковать и научитесь ценить свои достоинства, вам станет проще справляться с задачами, которые раньше казались нерешаемыми. Спланируйте маленькие шаги. Когда вы понимаете, что готовы к большим изменениям, приходит время планирования. Ни одна большая цель не бывает достигнута сходу. Для серьезных дел требуется длительное время. Поэтому, определив свою цель, распланируйте, какие мелкие шаги на пути к ней вы будете делать каждый день. Начинать надо именно с маленьких шагов и делать их постоянно, потому что возможности каждого человека ограничены. Если вы станете сразу нагружать себя непосильными задачами, то вдохновение очень быстро исчезнет. Необходимо использовать прогрессивный подход, то есть постепенно увеличивать нагрузку. Тогда можно значительно расширить свой потенциал. Но когда планирование завершено, появляются два вопроса. Как заставить себя начать действовать в направлении цели, и как продолжать действовать и довести дело до конца. Чтобы найти правильные ответы, нужно вспомнить о силе воли. Глава 2. Сила и воля. Как не свернуть с пути. Ответить на вопросы, как начать действовать и как продолжать двигаться по выбранному пути, поможет сила воли. Сила воли ⁇ это способность человека сознательно и незамедлительно принимать какие-либо решения, начинать выполнять действия в соответствии с принятыми решениями и преодолевать препятствия для достижения поставленной цели. По сути, сила воли ⁇ ключевой момент и обязательное условие самодисциплины. Чем сильнее воля человека, тем быстрее он приступает к исполнению своих решений и тем реже откладывает их на потом. Сила воли проявляется в том, что человек долгое время концентрируется на выбранной цели, отказывается от менее важных желаний, прикладывает усилия, чтобы придерживаться своего плана. При этом человеку нужно добиться результата, а сам процесс достижения цели ему не нравится. То есть, если какие-то действия совершаются ради получения удовольствия, то это не является проявлением силы воли. Чтобы развивать силу воли, нужно постоянно тренироваться, что значит сознательно ставить перед собой все более сложные и труднодостижимые цели, требующие значительных усилий, добиваться результатов в течение длительного времени. В начале почти любого дела человек испытывает прилив энтузиазма и интереса, но этот толчок является временным. И сила воли в этом случае помогает преодолеть инертность. Чем правильнее направление ее действия, тем более мощным будет этот импульс. В дальнейшем, без силы воли и настойчивости, невозможно удержаться на дистанции. Настойчивость ⁇ это способность человека действовать, не оглядываясь на чувства и эмоции. Вы удерживаете себя от курения, даже когда чувствуете, что хотите курить. Если вы поставили себе большую задачу, ваш энтузиазм и задор будут постепенно таять и убывать. Это нормально, ведь к результату приведут не эмоции, а только действия. Сила воли позволяет продолжать движение вперед, даже если вы совсем не желаете отвлечься от развлечений и встать с дивана. Достижение результатов даст вам новый толчок к развитию. Тренируйтесь каждый день. К сожалению, списка необходимых упражнений для тренировки воли не существует потому что воспитание характера нельзя запланировать и заниматься им два раза в неделю. Лучшая тренировка для силы воли – это маленькие ежедневные подвиги, проявление воли в любых мелочах. Не порывы, за которыми следуют длительные периоды бездействия, а постоянные, пусть и совсем скромные, волевые действия. Воспитание характера происходит каждый день. Как известно, мелкие капли воды способны выточить камень, так и несложные на первый взгляд действия, накапливаясь, дают много. К примеру, если вы решили прочесть 10 книг, не стоит выделять для этого целый день и с утра до поздней ночи переворачивать страницы. Лучше каждый день заставлять себя брать книгу в руки на полчаса. Пройдет несколько месяцев и все книги будут прочитаны. Этот постепенный метод лучше, чем напряженное ожидание сложной работы. Регулярные проявления воли даже в самых незначительных поступках закаляют характер. И наоборот, регулярные проявления лени, слабости способны уничтожить волю. Вы не можете стать дисциплинированным человеком в один миг. Для развития самодисциплины и силы воли требуется время, и вы должны быть готовы к этому. Чем дольше вы будете стараться делать дисциплинированные шаги, тем сильнее вы становитесь. Заведите себе такой ритуал, который будет необходимо проводить каждый день и неуклонно следите за его выполнением. Начните с чего-то небольшого, желательно приносящего в конце приятные эмоции. Это может быть легкая зарядка, ежедневное пробуждение на 10 минут раньше и так далее организуйте пространство. Итак, вы начали дело, заставили себя сдвинуться с места, однако первый импульс быстро иссяк, а до цели еще далеко. Продолжать движение в нужном направлении будет легче, если создать определенные условия, которые сами будут помогать двигаться вперед. Нужно продумать и организовать окружающее пространство таким образом, чтобы защититься от соблазнов и отвлекающих факторов – когда вы укрепите свои позиции, вам будет намного легче следовать намеченному курсу. Чтобы было понятно, о чем речь, разберем конкретный пример. Представьте, что вы решили дисциплинировать свое питание и употреблять только здоровую пищу. Как отказаться от привычки доставать по ночам колбасу из холодильника? Очень просто. Не класть в холодильник колбасу. Если вы боитесь поправиться, но любите погреть что-то вкусное перед телевизором, выбросите с полки печенье и замените его сухофруктами. Правильное организованное рабочее и жизненное пространство поможет действовать по-новому, не испытывая серьезного эмоционального дискомфорта. Как этого добиться? На самом деле вы уже знаете, что вам мешает достигнуть результата. Нужно только проанализировать свой опыт – Приняв решение о совершении того или иного поступка, вы автоматически начнете думать о том, что может стать препятствием. Все ваши страхи и сомнения могут вам навредить, а могут и суслужить хорошую службу. Чтобы сделать вашу цель более реальной, нужно прислушаться к своим тревогам и трезво оценить возможные препятствия и сложности. Спросите себя, что способно помешать мне? Это поможет понять, от чего нужно избавиться в окружающем пространстве. Обязательно составьте полный список возможных препятствий, стараясь не упустить ни одной мелочи. Конечно, вы не сумеете сразу все охватить и предсказать. Но чем лучше вы подготовитесь к очевидным препятствиям, тем проще будет справиться с неожиданностями. Учитесь проявлять упорство. В идеальных условиях проще отказываться от лишнего и от старых привычек но никакие условия не заставят вас действовать, если энтузиазм иссяк, а впереди много рутинной и скучной работы. Пожалуй, это самые неприятные моменты на пути к любой цели. Без упорного труда и настойчивости обойтись не получится. Упорство – это ваша способность продолжать выполнение начатой программы действий для достижения результата вне зависимости от возникших препятствий и сложностей. Упорство помогает преодолевать ситуации, когда есть четкое осознание полезности и важности цели, но нет мотивации для того, чтобы ее добиться. Упорная работа сама даст мотивацию, когда будут достигнуты первые явные результаты. Ваша задача не свернуть с дороги сразу, как только потребуется проявление упорства и настойчивости. Увидев хотя бы один раз, к чему приводит преодоление скуки и трудностей, вы в дальнейшем всегда будете вспоминать этот положительный опыт. И таким образом находить энергию на продолжение работы. Вполне естественно, что ежедневные трудности и привычная лень будут постоянно сбивать вас с рабочего ритма. Возможно, вы почувствуете, что для преодоления себя требуется слишком много усилий. В этом случае на минуту отвлекитесь от ситуации и вспомните о тех выгодах, которые принесет ваша цель. Продолжайте вспоминать их снова и снова, пока ваша решимость действовать вновь не окрепнет. Задумайтесь о том, что ваши желания и стремления намного важнее, чем рутинные трудности и личные недостатки. Но когда перед вами лежит целый фронт рутинной работы, сложно думать о завершении всех дел и награде. Если воспоминания о выгодах не помогают двигаться вперед, не зацикливайтесь на конечной цели, а попробуйте сосредоточиться на конкретном следующем шаге. Выполняйте по одной небольшой задаче за раз, не думая, сколько еще осталось таких шагов. Если вас начнут беспокоить размышления о том, сколько еще труда предстоит вложить в свои цели, вы можете отказаться от своих желаний. Шаг за шагом, вот самый главный принцип проявления упорства. Старайтесь действовать сегодня. Незавершенные дела имеют свойство накапливаться, чтобы постепенно превратиться в катастрофическую нехватку времени. С этим эффектом снежного кома и помогает бороться самодисциплина. После того, как вы на бумаге записали все, чего на самом деле хотите добиться, приступайте к выполнению. Ежедневно возвращайтесь к своим большим планам. Даже если вы по какой-то причине не выполняете всего, что запланировали, посвятите своей большой цели хотя бы несколько минут в день. Любые промедления и пропуски ослабляют вашу решимость стать дисциплинированным и расслабляют силу воли. Если вы пропустите хотя бы один день, ваш уровень самодисциплины резко упадет, а восстановить его будет непросто. Пусть вы сможете сделать только один маленький шаг в день, но уже одно это усилит вашу внутреннюю решимость, и на следующий день приступить к выполнению задач будет намного проще. Таким образом создается эффект сложения, умножающий силу вашего разума, который позволяет вам устанавливать более амбициозные цели и достигать их. Чтобы закрепить это положительное влияние небольших достижений, зафиксируйте в сознании, беседуя с самим собой, такую установку. Это похоже на меня. Я тренирую свои силы воли. Найдите себе наставника. Попросите кого-нибудь из друзей или родственников, кому вы доверяете, следить за вашими успехами в самодисциплине. Для вашего успеха нужно знать, как достижение выглядит со стороны. С точки зрения наставника лучше всего бывает заметно, что вы делаете неверно. Заметив ошибку, ваш помощник может указать на нее и помочь устранить последствия. Такой контроль помогает как можно быстрее привыкнуть к новому ритму и схемам поведения. Очень полезно для преодоления своей лени поделиться планами с партнером и наставником, который сможет отследить, насколько хорошо продвигается процесс. В конце концов, у всех спортсменов и олимпийских чемпионов есть тренеры, люди, которые смотрят со стороны и следят за дисциплиной. Но не стоит полностью полагаться на авторитет своего наставника или партнера, ведь ваша цель ⁇ научиться, в конце концов, обходиться без чьей-либо помощи и совершать нужные поступки без указки, только благодаря собственной воле. Научитесь медитировать. Советы применять технику медитации широко распространены, но для большинства людей такой подход к самосовершенствованию остается загадочной новинкой. Люди, которые пробуют медитировать, сначала не испытывают ничего, кроме скуки, и сразу же бросают тренировки. Когда новички пытаются сосредоточиться на своей цели, они чувствуют беспокойство уже в течение первых нескольких минут медитации. Но именно поэтому медитация прекрасный способ тренировки и укрепления вашей силы воли. Задача медитации в случае, когда вы хотите развить самодисциплину, это помочь сосредоточиться на главных задачах и освободить мысли от повседневного мусора. Благодаря нескольким минутам медитации вы научитесь забывать о лени или плохом настроении и полностью переключать сознание для эффективной работы. Первые несколько дней практики медитации вы будете хотеть бросить это непонятное и бесполезное занятие. Однако со временем вы научитесь контролировать свои мысли. В некотором смысле вы тренируете свой разум сопротивляться упадническим настроениям и сомнениям в себе. Сначала вы сможете заставлять себя принимать медитативную, то есть максимально удобную позу. Затем вы научитесь освобождать сознание от потока мыслей. А уже после этого медитация станет уникальным средством самоконтроля. В конце сеанса медитации давайте себе установку на работу. И вскоре вы заметите, как после каждой медитации ваша продуктивность увеличивается. Ваша задача при медитации ⁇ расслабить тело так, чтобы неудобное положение не отвлекало вас от концентрации. Затем нужно выбросить посторонние мысли из головы. Для этого нужно сосредоточиться на своем дыхании, на звуках приятной музыки. И уже после того, как мелкие тревоги вас оставили, нужно принять решение действовать. Придерживайтесь одной цели. Когда вы находитесь в начале пути и только приступили к развитию самодисциплины, не пытайтесь обмануть себя. И не заставляйте свой разум работать над несколькими целями одновременно. Придерживайтесь одной цели в одно время. Когда вы ее добьетесь, ставьте новую задачу. Таким образом, вы сможете контролировать свою энергию и направлять ее на завершение важных дел, а не на расстановку приоритетов. Учитесь справляться с кратковременными искушениями. Будьте готовы к тому, что в какой-то момент вы проявите слабость и захотите все бросить или немного отступить от плана. Вы всегда придумаете себе массу оправданий, чтобы отложить на потом то, что можно было сделать или не сделать сейчас. Иногда ваши эмоции будут брать верх, и это нормально. Однако слепое следование за сиюминутными желаниями никогда не приведет к результату. И напротив, каждое достижение будет подкреплять вашу силу воли. Но как же действовать, когда вы стоите перед выбором? Удовлетворить свое сиюминутное желание или отказаться от эмоций в пользу разумного выбора? Для начала признайте, что от вашего выбора будет зависеть, с какой скоростью вы достигнете цели. Затем позвольте себе ощутить сопротивление. Если у вас нет настроения, например, когда отсутствует желание работать, скажите себе «Я не хочу сейчас заниматься этим делом», но я понимаю, что это необходимо. Я также принял решение развивать свой уровень самодисциплины, а лучше всего тренировать силу воли, делая то, что мне не нравится. Поэтому, если я начну работать, я сразу достигну двух целей. Добьюсь результата и смогу развить самодисциплину. После такого разговора с собой сделайте несколько очень глубоких вдохов. Расслабьтесь и постарайтесь подумать о чем-то отвлеченном, а не о работе или о своих эмоциях. Отвлеките свое внимание от минутной проблемы. Затем переходите к действиям. Когда мы сталкиваемся с искушениями, нам кажется, что преодоление будет болезненным и не принесет удовольствия. Однако это не так. Когда мы вступаем в противоречие со своими целями, мы испытываем стресс. И наоборот – Совершив новое достижение, мы ощущаем облегчение. Найдите время и возможность похвалить себя за решение в пользу самодисциплины. Обязательно запомните это чувство. Оно станет источником вашей мотивации в следующий раз. Чем чаще вы будете противостоять искушениям, тем быстрее мотивация к действиям будет усиливаться, пока не превратится в в полезную привычку. Фиксируйте свои достижения. Одна из самых важных причин успешного достижения целей ⁇ положительная обратная связь. Без этого у вас не получится поддерживать в себе постоянный энтузиазм и вдохновение. Обязательно записывайте или отмечайте в ежедневнике все свои достижения. В том числе преодоленные маленькие преграды. Для этого даже можно завести специальный блокнот. Как только вы почувствуете, что у вас опускаются руки, перечитывайте свои записи. Не забывайте постоянно пополнять список. Каждый раз, когда вы посмотрите в него, вы будете укреплять свою уверенность в себе, веру в свою способность достичь желаемого и справиться с трудностями. На первый взгляд может показаться, что все это лишняя работа, которая только прибавляет хлопот. Однако попытки заставить себя что-либо сделать без подтверждения успеха обречены на провал. Не стоит недооценивать значение обратной связи, иначе вы лишите себя уникального инструмента помощи и не сможете реализовать собственный потенциал. Фиксация достижений и вознаграждения себя – это очень полезная привычка. Глава третья. Мотивация. Ставьте цели правильно. Ни для кого не секрет, что именно мотивация ⁇ это главный двигатель человека. Благодаря мотивации мы ставим перед собой амбициозные цели, а затем добиваемся результатов. Однако многие хотят стать успешными, но не у всех это получается. Одного простого желания недостаточно, поэтому необходимо помнить, что мотивацию нужно использовать грамотно. Обычной мотивации хватает на несколько дней, но за это время великих целей добиться невозможно. Именно по этой причине с помощью мотивации... Очень редко получается, например, отказаться от вредных привычек, перестать употреблять алкоголь, бросить курить. Мотивация, о которой мечтает каждый человек, это мотивация достижения. Она дает нам силу для преодоления препятствий, желание совершенствоваться, развивать свои навыки и добиваться поставленных целей. Определите свою выгоду. Главное различие между преуспевающими людьми и всеми прочими ⁇ это полностью осознанное желание. Четкое понимание выгоды увеличивает желание добиться запланированного результата. Поэтому не пожалейте времени и тщательно проанализируйте, какие плюсы и бонусы принесет вам новое дело. Целью может стать только то, в чем изначально имеется зерно награды. Если ваша цель не содержит в себе компенсации за работу, то это не цель. Причем все выгоды должны быть каким-либо образом измерены. Если вы не знаете, ради чего хотите начать действовать, то у вас просто не появится стимула к преодолению препятствий. А значит, ваша активность продлится совсем недолго. Любую неприятную задачу можно превратить в интересное дело, если четко сформулировать то, что вы стремитесь получить другими словами определить конкретный конечный результат работы. Правильно сформулированная мотивация способна снова и снова становиться источником вдохновения. Но для этого необходимо знать приемы, которые превращают обычные желания в двигатель саморазвития. Отрежьте пути к отступлению. Лучший способ мотивировать себя оказаться в таком положении, в котором даже против воли придется принимать серьезные решения и действовать ради их исполнения. Например, полное отсутствие денег не оставляет человеку другого выхода, кроме как найти работу и начать зарабатывать. А сокращение на работе ⁇ стимул для начала собственного дела. Такой подход нужен, если вы не можете выбраться из рутины без мощного толчка. Тогда нужно найти отправную точку. Если не сжигать все мосты, то в подсознании остается тот факт, что в любой момент можно отказаться от новых целей, отступить и вернуться к тому, что было и раньше. И этот сценарий обязательно реализуется, как только вы столкнетесь с серьезными трудностями. Или придут первые результаты, а с ними наступит усталость. Стоит предупредить, что решительный подход нужен лишь для тех, кто готов пойти на серьезный риск. Понятно, что обычно люди не идут на такие радикальные меры. Именно поэтому они всю свою жизнь продолжают оставаться просто обычными людьми. Самый простой и мягкий вариант, который помогает отрезать пути назад, это публичное заявление о новых привычках. Расскажите коллегам, друзьям и родственникам, что с этой минуты вы, например, бросаете курить. Общественный контроль может помочь удержаться на выбранном пути. Ищите вдохновение каждый день. Самый простой способ для впечатлительных и эмоциональных людей, который помогает подзарядить свою мотивацию, использование многочисленных источников информации в изобилии представленных в современном мире. Это любые аудиозаписи, книги, статьи, форумы, семинары, тренинги и многое другое. Если какая-то новая информация может прибавить вам оптимизма и желание двигаться, ищите такую информацию. Но будьте аккуратны в выборе источников. Постарайтесь минимизировать негативное влияние. Визуализируйте цели. Чтобы превратить свои желания в цели, а цели в мотивацию, применяется прием визуализации. Мысленное представление – это умение видеть будущую реальность в образах. Когда новая интересная идея возникает в сознании снова и снова, со временем она превращается в явный, хорошо детализированный и узнаваемый образ. Визуализацию также называют контролируемым воображением. Это один из самых эффективных и доступных стимулов любых перемен. Визуализация ⁇ это сознательный процесс, в ходе которого мы концентрируемся на какой-то идее до тех пор, пока воображаемый образ не начнет вызывать нужный эмоциональный отклик, а именно прилив вдохновения и желание действовать. Только отчетливый мысленный образ, детальное представление ситуации от первого лица и в настоящем времени, поможет изменить окружающую действительность. Правильно представлять себя в нужной ситуации ⁇ это не то же самое, что просматривать художественный фильм. Заставить себя что-либо делать можно только с помощью тех мысленных картин, в которых вы являетесь главным героем и действуете в настоящем времени. Вы должны не просто представить себя в воображаемой обстановке. Мысленный образ нужно закрепить, осознанным утверждением, то есть вернуться к внутреннему диалогу, и только тогда можно будет надеяться на результат. Визуализация является осознанным процессом, при котором формируется внутренняя убежденность, достаточная для совершения действия. Чтобы визуализация принесла плоды, нужно вложить в мысленный образ максимально сильные эмоции. Использование визуализации – это своеобразный метод аутотренинга, то есть намеренного самовнушения. Действие визуализации полагается на психологический эффект вытеснения. Если вы поместите под водопроводный кран стакан с грязной водой и станете заполнять его чистой, то вскоре чистая вода вытеснит грязную. Так же происходит и с мыслями. Использование мысленных образов – это очень продуктивный способ запрограммировать себя на успех. Достаточно каждый день повторять их, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Соревнуйтесь с собой. Чтобы понимать, чего вы можете достичь, вам нужно сравнивать ваше настоящее положение с тем, к которому вы постоянно движетесь. Главное это устроить соревнование с собой, а не с другими. Сравнивая себя с кем-то еще, вы достаточно быстро можете демотивировать себя. Даже если вы начинаете дело с энтузиазмом, вы скоро потеряете свою энергию, если будете сравнивать свои успехи с чужими. Помните, что единственный конкурент, который у вас есть, это вы сами. Только один вопрос должен беспокоить вас. Становитесь ли вы лучше, чем были раньше? Как вернуть мотивацию после неудачи? У каждого из нас случаются неудачные дни. Мы все совершаем промахи, делаем ошибки, сбиваемся с пути. Скорее всего, вы рано или поздно окажетесь в такой ситуации, когда работа над проектом будет протекать не так, как нужно. Конечно, вы будете разочарованы, а это, в свою очередь, может определить ваш конечный успех или провал. Дело в том, что неудачи в лучшем случае могут привести к плохому настроению, а в худшем – к потере вашей мотивации продолжать работу над собой. Если из-за неприятностей опускаются руки, перестаньте на время бороться с обстоятельствами. Если неудачи следуют одна за другой, прекратите сопротивление и отложите реализацию планов на следующий день. Попытки во что бы то ни стало изменить обстоятельства создают еще большее давление на вас. Ваша задача свести к минимуму долгосрочный ущерб, отказавшись от принятия каких-либо решений. Негативная информация в больших количествах снижает способности к активным действиям. Сделайте перерыв. Отвлекитесь от проблем. Неудачи заставляют нас анализировать и пытаться думать о том, как избавиться от проблем. Но в тяжелый период это приводит только к зацикливанию на промахах. Когда мотивации действовать больше нет, имеет смысл сбежать от проблем. Сходите в кино, идите на танцы поиграйте со своими детьми, делайте что угодно, что отвлечет вас и остановит раздумья о вашем плохом дне. Ваши проблемы никуда не денутся, и их придется в скором времени решить, но после небольшого побега вы возьмете за них с новыми силами. Не копите неудачи. Если у вас был трудный день, вы не смогли выполнить часть запланированных дел, вам не нравятся результаты вашей работы, а потом в транспорте вам наступили на ногу, легко решить, что у вас началась черная полоса в жизни. Не начинайте обобщать. Одну негативную ситуацию нельзя добавлять в картину неудач, так как у многих неприятностей совершенно разные причины. Определите из-за чего именно, почему произошли все неудачи, и вы поймете, что на самом деле не все так уж и плохо. И плох лишь один день, но не вся жизнь. Не берите на себя лишнюю ответственность. Многие неприятные события, с которыми вы сталкиваетесь, произошли не по вашей вине. Мотивация, пожалуй, единственный инструмент, способный сдвинуть нас с места и приблизить к решению любой задачи, какую бы мы перед собой ни ставили. Когда вы решаете идти по пути улучшения вашей жизни, вы будете сталкиваться со многими сложностями. Если вы постараетесь следовать приведенным выше советам, вы сохраните вашу мотивацию и будете всегда готовы к покорению новых вершин. Глава четвертая. Управление собой. Правильное планирование. Для многих людей самодисциплина заключается в первую очередь в ее внешнем проявлении, то есть в четком планировании своего дня и неуклонном следовании заданному распорядку. Без всякого сомнения, жизнь, в которой каждая минута расписана, имеет свои преимущества. Но на практике, особенно в современном мире, следовать своим планам от первой до последней строчки почти никогда не получается. Неожиданные звонки, пробки, большие потоки информации постоянно корректируют все наши намерения. И многим обычные записи в ежедневнике не помогают придерживаться распорядка дня. Связано это с тем, что люди не уделяют внимания искусству планировать и грамотно распределять свое время. В самодисциплине важным является не то, сколько минут в день вы тратите на уборку комнаты, а то, насколько быстро вы продвигаетесь к своей цели. Исходя из этого и нужно продумывать свой день, а также строить планы на более долгий срок, от недели до нескольких лет. Есть большое количество исследований, подтверждающих, что назначение конкретного времени и точное соблюдение порядка работы существенно увеличивают вероятность достижения успеха. Объяснение этому, опять же, основано на том факте, что наша способность к самоконтролю ограничена и легко исчерпывается. Точно определив когда, где, как и что должно быть сделано, мы уже не будем много думать обо всем этом. Утренние ритуалы. Первое, с чего стремятся начать процесс самодисциплины люди, это возможность быстрее просыпаться и сразу активно приступать к делам. Для начала стоит задуматься об обязательном распорядке действий, который нужно составлять и делать каждое утро. У любого человека есть определенный набор задач, которые следует выполнять ежедневно. Нужно отработать их настолько, чтобы все действия совершались автоматически, без привлечения силы воли. Если вы будете начинать каждое утро с определенных действий, то, во-первых, сможете настраиваться на продуктивную работу, а во-вторых, разбудите свой организм и зарядитесь энергией. Кроме того, утренние ритуалы ⁇ это те самые мелкие дела и победы, которые лучше других тренируют силу воли и способность противостоять слабостям. Во-первых, выпивайте с утра стакан чистой воды. Можно делать еще это, лежа в постели. Стакан воды ⁇ первое средство для того, чтобы быстро проснуться и не переставлять будильник еще на 5 минут вперед. Во-вторых, начните делать зарядку. А если у вас имеется желание и возможность устраивать с утра небольшие пробежки, устраивайте. Таким образом, вы уже начнете отличаться от тех 99% людей, которые только собираются всем этим заняться. Совсем не обязательно выполнять сложную программу упражнений. Зарядка нужна не для того, чтобы вас измучить. Все, что вам нужно, это заставить себя встать с кровати и запустить обменные процессы в организме. Зарядка помогает не тратить несколько утренних часов только на то, чтобы прийти в себя и начать продуктивно работать. Конечно же, трудно не согласиться с тем, что с утра практически нет сил и настроения. Сделайте всего-то несколько приседаний, чтобы силы появились. В-третьих, душ. Эта процедура провоцирует активизацию работы нервной системы. К тому же приходит в тонус сосудистая система. После этих действий вы точно проснетесь и будете готовы к любому дню, каким бы тяжелым он ни казался. Скорее всего, у вас самих есть много собственных ритуалов, просто они находятся за пределами вашего осознанного внимания. Ритуалы дают нам ощущение комфорта, непрерывности и безопасности, которое освобождает нам место для импровизации и риска. Ритуалы образуют стабильный каркас нашей жизни, в котором часто происходят творческие прорывы. Они также высвобождают время для восстановления и обновления. То есть для пополнения запасов внутренней энергии. Состояние потока. Наверняка каждому человеку знакомо состояние вдохновения, когда руки двигаются сами, мысли идут в нужном направлении и кажется, что вы готовы свернуть горы. Эти ощущения вместе создают эффект, который называется состоянием потока. Нужно уметь вызывать и поддерживать его. Применение самодисциплины включает в себя следующие этапы. Первый ⁇ выбор цели. Второй ⁇ создание плана достижения цели. Третий ⁇ выполнение плана. Когда вы увидели цель, то создать план вы можете в состоянии потока, но на третий шаг вдохновения может уже не хватить. Многие люди замечают, что живут в соответствии с четкой динамикой, когда желание работать и действовать появляется только при благоприятной обстановке. Для этого нужно хорошо выспаться, увидеть солнце, получить похвалу или одобрение. Но стоит чему-то случиться не так, как желание двигаться вперед сразу отпадает. Поэтому даже не пытайтесь. Составлять долговременные планы таким образом, чтобы высокий уровень силы воли требовался ежедневно. Сила воли неустойчива, особенно если вы только приступаете к тренировкам своей личности. Состояние потока нужно использовать максимально эффективно. Поскольку оно не длится неделями, а рассеивается за несколько дней, нужно учитывать это при определении целей и способов их достижения лучше всего использовать состояние потока именно для планирования и организации пространства вокруг себя. Постарайтесь подумать, какие действия вы можете перевести в разряд ритуалов, чтобы совершать их автоматически. Ограничения, имеющиеся у сознательной воли и дисциплины, основаны на том факте, что все действия, требующие нашего самоконтроля, когда мы решаем, чего бы поесть, или пытаемся справиться с разочарованием, составляем режим физических упражнений, или выполняем сложный проект, все они обращаются к одному и тому же небольшому запасу энергии. Сила же ритуалов исходит из того факта, что они экономят энергию. В отличие от воли и дисциплины, которые подразумевают, что мы должны толкать себя к действию, хорошо проработанные ритуалы сами тянут нас. Если мы их не выполняем, мы чувствуем себя хуже. Поскольку воля и дисциплина намного более ограниченные и ценные ресурсы, чем большинство из нас представляет, их надо использовать выборочно и экономно. И при этом их использование в одном виде деятельности означает, что они становятся менее доступными для другого вида. Печальная правда состоит в том, что у нас есть ресурсы для совершения только очень небольшого количества сознательных действий в день. Итак, когда вы садитесь за выработку плана, учтите, что у вас энергетический пик – временное явление, и рассчитывать на него каждый день не стоит. Это приведет только к сорванным планам и разочарованиям. Лучше добиться небольшого успеха и проходить путь постепенно, чем создать грандиозный план и полностью его провалить. Основы Планирование. Не секрет, что грамотное планирование играет большую роль в жизни любого человека. Огромные или маленькие структурированные списки дел позволяют разгрузить память. Вы разгружаете свой мозг от задач, которые в нем храните. Освобождаетесь и поэтому можете сконцентрироваться на текущие задачи. Именно поэтому так важно уделять планированию отдельное время, и включать в списки дел абсолютно все задачи, начиная с самых мелких. Составлять подробные планы стоит регулярно, лучше всего на ночь. Таким образом, ночью вас не будут преследовать навязчивые мысли, а утром после основных ритуалов вам уже не придется рассуждать над тем, чем стоит заняться в самую первую очередь. Вы сразу сможете приступить к делу. Еще одно очень важное занятие, кроме создания списка. Это его правильная систематизация. По какому критерию следует классифицировать дела, выбирайте сами, так они поймете, как вам удобнее работать. Можете систематизировать дела, например, по количеству времени, которое потребуется на решение той или иной задачи. А можете разделить список по сферам деятельности. В начале списка указывайте срочные и неотложные задачи. Каждое завершенное вами дело, безусловно, будет мотивировать вас сделать следующее. Ставьте небольшие задачи строго на определенное время суток. Старайтесь выполнять работу так, чтобы уложиться в отведенное в плане время. К тому же, при помощи планирования вы сведете к минимуму вероятность появления хвостов. Хвостами называются те дела, которые были отложены и постепенно накапливаются. Они очень сильно вытягивают вашу энергию. Помимо того, что они скапливаются и со временем требуют много сил на решение, хвосты заставляют нас постоянно тревожиться. Так что старайтесь следить за тем, чтобы хвосты не росли. Используйте те преимущества, которые дает вам планирование. Вместо того, чтобы посвящать много часов на решение крупной задачи в один день и не выделять времени для той же задачи в другой день, распланируйте процесс работы над заданием на всю неделю. Таким образом, вы вырабатываете привычку пошагового выполнения задач, а значит, перестанете хвататься за все сразу. Сначала вы вырабатываете привычку, затем привычка делает работу за вас. Это и называется самодисциплиной. Отказываемся от прерываний. Чаще всего наши планы проваливаются и не исполняются из-за того, что во время работы нас что-то отвлекает. Это может происходить по миллиону разных причин. Пришла новая почта, кто-то позвонил, прислал смс. В этой ситуации для того, чтобы вновь включиться в работу, погрузиться в состояние потока, человеку необходимо помедитировать, вспомнить о своих целях, побороть лень поработать 15-20 минут и вернуться в эту атмосферу. Но и тут вас вновь может что-то отвлечь. Для того, чтобы эффективно исполнять свои намерения и работать с полной отдачей, запланируйте такие периоды в течение дня, когда все отвлекающие факторы будут устранены. Отключите телефон, закройте программу получения почты, сведите к минимуму контакты с посторонними людьми. Установите правило, что работать вы будете непрерывно по блокам. Например, 50 минут вы занимаетесь только работой, а затем можете немного отдохнуть. Просмотр сообщений и поиск новых задач отнесите к определенному времени. Таким образом, вы увидите, насколько быстро начнете достигать необходимых результатов. Контролируйте выполнение дел в списке. В жизни есть много задач, которые не всегда сложны, но большее их количество требует значительных затрат времени на выполнение. Если вы не заставите себя делать эту рутинную работу, большой беспорядок в вашей жизни станет неизбежен. Просто подумайте о всех вещах, которые нужно делать ежедневно или постоянно. Поход по магазинам, приготовление пищи, уборка, стирка, уплата налогов, оплата счетов, уход за детьми и так далее. И это только домашние дела. Если включить сюда рабочие обязанности, список расширится во много раз. Эти вещи могут вовсе не казаться вам важными и тем более интересными, но их все равно нужно сделать. Большой беспорядок создается тогда, когда мы отказываемся тратить время на то, чтобы делать то, что нужно сделать. Так завалы могут образоваться на рабочем или кухонном столе, или в почтовом ящике. В любом случае, значительным фактором является отказ делать то, что должно быть сделано. Иногда понятно, какова должна быть программа ваших действий. Иногда она вовсе не ясна. Но игнорирование беспорядка не поможет решить проблему завалов и авралов. Если вы не знаете, что нужно сделать, чтобы справиться с огромным количеством навалившихся дел – первый шаг, который следует предпринять, признать, что проблема контроля планов существует, и с ней нужно бороться. Рутинный скучный труд – это всегда напряженная работа. Быть трудолюбивым не обязательно означает, что нужно делать работу, которая невероятно сложна или особенно трудна. Трудолюбие определяется по количеству времени, которое вы тратите на работу. В жизни существует много задач, на решение которых уйдет много времени, а пользы от их осуществления будет немного. Например, работа с перегруженным почтовым ящиком требует времени до нескольких часов. Если вы доведете завал в почте до такого состояния, то вы просто убьете время, устраняя беспорядок в письмах. Если бы вы отслеживали почту каждый день, выделить несколько минут на рутину было бы легче. Посчитайте, сколько есть в вашем списке дел, которые вы должны были выполнить с применением трудолюбия. Их никогда не бывает мало. Да, заниматься ими скучно и не так важно для вас, но это все равно необходимо сделать. Как определить, какие дела больше всего воруют ваше время? Записывайте время начала и окончания работы над задачей. Журнал может быть ценным инструментом, позволяющим получить более полную картину своей деятельности, дабы установить приоритеты деятельности, а также понять, какие задачи стоят потраченного времени, а какие нет. Сделайте все возможное, чтобы избавиться от затрат времени. Но если вы знаете, что работа потребует затрат времени, не жалуйтесь, не скулите, просто сделайте это. Контролируя задачи, вы повышаете уровень своей самодисциплины. Строя самодисциплину, вы привыкаете к управлению временем. Привыкая к управлению временем, вы создаете уверенность в себе. Система штрафов. Попробуйте внедрить в свою практику систему штрафов. Придумайте ее самостоятельно или с помощью наставника. Это может быть как денежный, так и физический штраф. Отжимание, приседание, например. Можете также использовать в качестве штрафной системы вариант с нелюбимыми домашними делами. Мытьем посуды, чисткой ковра. Теперь у вас есть список дел и все, что вы в него поместили. Должно быть выполнено, иначе вся ваша подготовительная работа потеряет смысл. Итак, если вы не занимаетесь каким-либо делом, причем неважно по какой причине, то должны будете взять с себя штраф, который сами же и назначите. Размер штрафа должен быть ощутим настолько, чтобы невыполненные дела были действительно неприятными. Научитесь правильно отдыхать. Обязательно включите в свой план время для отдыха. Это крайне необходимо, чтобы не переутомиться и не дойти до состояния стресса или депрессии. Отдых может быть пассивным ⁇ сон, еда, просмотр фильмов, или активным ⁇ спорт, прогулка, путешествие. Пассивный отдых нужен для восстановления физических сил, а активный для подъема моральных. Как известно, лучший отдых от работы ⁇ это занятие другой работой. Отдых также помогает процессу создания идей. Подобные рекомендации создадут такие условия и выработают такие привычки, которые помогут спать мало и чувствовать себя бодро, то есть достигнуть цели. Ошибки планирования. Самодисциплина невозможна, если вы не способны определить, что именно можете успеть за день, а что за неделю. Но как быть, если в своих попытках навести в своем времени определенный порядок, вы раз за разом терпите неудачу? Проверьте, не делаете ли вы ошибок при составлении планов. Явные промахи и проблемы в планировании обычно заметны, и вы уже знаете, как их избежать но существует и несколько подводных камней, которые нелегко заметить. Возможно, у вас неудобно составлен список дел. Так бывает, если вы неправильно выбрали цели и критерии их достижения. В этом случае вы не можете расставить правильно приоритеты и неэффективно тратите свое время. Возможно, вы считаете, что расстановка приоритетов это легкое занятие. Но все обстоит несколько иначе, особенно когда у вас много срочных дел. Ведь важно найти баланс между срочными и важными делами. Многие срочные дела на самом деле могут быть отложены, тогда как важные требуют обязательных и немедленных действий. Пересмотрите свой план на день и определите, составлен ли он с учетом ваших особенностей. В какое время дня ваша работоспособность находится на пике? В какое время дня вам требуется полноценный отдых? Знание и учет своих биологических часов при составлении плана ваших задач имеет большое значение для эффективности работы. Научитесь следить за самочувствием в разное время суток и распределяйте задачи так, чтобы наиболее сложные из них приходились на период максимальной работоспособности. Подумайте, не совершаете ли вы одну из самых больших ошибок управления временем, только имитируя постоянную занятость? Если ваш рабочий стол не организован как следует, но вы не желаете этого замечать, беспорядок на рабочем столе будет вас отвлекать, а в результате возникает беспорядок в ваших мыслях. Если это так, то вам следует найти новые источники мотивации и начать делать, а не притворяться. Глава пятая. Опять ничего не получается. Ошибки и пути их решения. Многим из нас известен так называемый новогодний синдром. Твердое обещание со следующего дня начать новую жизнь и быстрое возвращение к привычным шаблонам. Именно для преодоления этого синдрома многие люди обращаются к методикам улучшения самодисциплины. Если дисциплина – это неуклонное следование определенному порядку, наблюдаемое извне, то самодисциплина – это тот же самый процесс, наблюдаемый изнутри, субъективно. На пути самопознания мы неизбежно оступаемся. Но глупо ведь бросать строительство дома на дороги только из-за того, что он еще не завершен. Если ваша дисциплина дает трещину, это значит, что она требует дополнительной работы – в каком бы состоянии вы ни находились после неудачи или невыполненного обещания, просто поймите, что вам еще нужно над собой поработать. Наберитесь терпения и проверьте, действительно ли вы правильно соблюдаете рекомендации и готовы ли вы к работе над собой. А нужна ли вам дисциплина? Любая попытка улучшения своей личности содержит в себе парадокс, когда несовершенное «я» пытается само себя сделать совершенным. Это все равно, что вытягивать себя самого из болота за волосы, как герой известной сказки. Именно этот парадокс и есть главный враг самодисциплины. Недисциплинированное «я» пытается дисциплинировать само себя, но чтобы достичь в этом успеха, оно уже должно обладать дисциплиной получается, что у нас нет шансов стать самодисциплинированными. В жизни обычно дисциплину навязывают обстоятельства. Когда есть внешняя необходимость, человек безо всякого труда начинает соблюдать самые строгие системы правил. Например, служба в армии или работа на опасном для жизни производстве прекрасно справляются с воспитанием режима. Откуда берется желание укрепить собственную дисциплину? Как правило, из наблюдений за другими людьми, которые считаются или только кажутся более успешными и дисциплинированными. В этом случае желание изменить свою жизнь происходит только от заниженной самооценки. Получится ли у вас что-то, если вы попытаетесь через силу скопировать чужой режим? В конечном счете у вас ничего не выйдет а самооценка станет и вовсе никуда не годной. В попытке стать лучше, правильнее, всегда словно пытаемся мы влезть в чужую кожу и примерить чужую жизнь. Не зная себя, отказывая себе в собственной ценности, мы завышаем ценность окружающих людей и пытаемся стать похожими на них. Принимаем чужую систему ценностей, забывая о выращивании своей собственной. Проблемы с дисциплиной возникают только тогда, когда мы напрасно пытаемся заставить себя сделать что-то такое, чего делать вовсе не хотим, или то, что идет в разрез с нашими более глубокими принципами и желаниями. Проблема заключается не в отсутствии достаточной силы воли, а в непонимании себя и своих истинных желаний. Психика ⁇ очень сложная система, которая действует по строгим законам. И изменить готовые установки не так уж и просто. Напряжение всех сил и принуждение себя следовать каким-то искусственным правилам дает кратковременный эффект. Но закончится это либо очередным закономерным поражением, либо разрушением внутренней целостности. Таким образом, решение самой глобальной проблемы самодисциплины упирается в осознанность и понимание своей естественной мотивации. Когда мы знаем, чего хотим, вопрос о дисциплине просто не поднимается. Все происходит само собой. Мы самостоятельно прилагаем все необходимые усилия, действуем всегда со всей возможной эффективностью. Дисциплина ⁇ это осознанное подчинение актуальным обстоятельствам, а не эффективная самодисциплина. Искусственное навязывание себе чужих обстоятельств. Если не получается заставить себя что-то сделать, задумайтесь, так ли сильно вы этого хотите. Возможно, ваши настоящие стремления далеки от того, что пытаетесь сделать. Как решить эту проблему? Во-первых, вернитесь к началу этой книги, где описываются необходимые психологические установки без которых начинать самосовершенствование бесполезно. Определите свои цели и позиции. А еще для проверки подумайте, у кого вы переняли желание стать лучше, кому позавидовали. Может быть, вы все-таки предпочтете остаться собой, а не копировать кого-то еще. Однако не стоит впадать в крайности и начинать погоню за собственными желаниями. Возможно, все не так уж и плохо, а ваши неудача это просто переходный период на пути к новому себе. Самые распространенные ошибки Ошибкой являются попытки заставить себя делать слишком тяжелые вещи при построении системы самодисциплины. Если вы будете пытаться сразу преобразовать всю свою жизнь путем установки десятка новых целей и составлением нескольких подробных планов перед сном, вряд ли стоит ожидать, что вы утром будете готовы действовать последовательно и в строгом соответствии с придуманным планом. При таком резком подходе вы почти наверняка провалитесь. Представьте, что человек, который впервые посетил тренажерный зал, делает попытку поднять сразу 150 килограммов в жиме лежа. Это затея не принесет никакого результата, кроме разочарования. Если, продолжая аналогию со спортзалом, вы можете поднять около 10 килограммов, начинайте с 10 килограммов. Нет совершенно ничего стыдного или неудобного, чтобы начать с того, где вы находитесь. Аналогичным образом, если сейчас вы очень недисциплинированный человек, вы можете начинать с небольших задач, которые способны решить. Чем более дисциплинированным человеком вы становитесь, тем легче становится жизнь. Проблемы, которые раньше казались для вас бесконечно трудными, в конечном счете покажутся детской забавой. Чем сильнее вы становитесь, тем легче кажется прежний вес. Перестаньте сравнивать себя с другими людьми. Этот путь гарантированно заведет вас в тупик. Если вы будете искать человека, который успешнее вас и добился уже большего, вы обязательно такого найдете. Если вы считаете себя слабым, то все остальные будут казаться сильнее. Если вы считаете себя сильным, все остальные будут казаться вам слабыми. Поэтому соревноваться можно только с собой. Только свой прогресс должен вас по-настоящему интересовать. Просто смотрите на то, кем вы являетесь сейчас, и стремитесь стать лучше. Когда следует сдаться? Вы всегда настойчивы и никогда не сдаетесь? Конечно нет. Таких людей не существует. Иногда сдаться ⁇ это самый благоприятный выход из сложной ситуации. Подумайте, может быть, ваши неудачи связаны с тем, что вы и ваши цели изменились, а вы этого не заметили. Если вы растете, то вы становитесь иным человеком, чем были в предыдущем году. И если вы сознательно добиваетесь личного развития, то изменения будут часто значительными и быстрыми вы не можете гарантировать, что цель, которую вы поставили сегодня, будет так же сильно волновать и интересовать вас через год. Для того, чтобы освободить место для новых целей, вы должны оставить старые. Иногда новые цели столь увлекательны и захватывающи, что у вас просто не будет времени для достижения старых целей. В таком случае они должны быть брошены. Самая напряженная и трудная часть этого процесса состоит в том, что вам приходится принимать сознательное решение оставить старый проект. Возможно, для принятия этого факта потребуется много времени, но если это необходимо для вашего собственного роста, нужно позволить этому свершиться. Вы меняетесь, у вас появляются новые интересы, поэтому важно, чтобы вы могли изменить свои цели соответственно своему видению будущего. Возможно, несколько лет назад вы мечтали о том, чтобы стать успешным спортсменом. А теперь, когда вы достигли каких-то результатов и стали старше, у вас появились другие интересы. Необходимо сделать выбор. Следовать к чему-то, что когда-то было вашей страстью, или к тому, что стало страстью для вас сейчас. Это серьезный выбор и серьезное решение. Поэтому следует обдумать все очень хорошо. Ведь вам придется заново перепланировать свою жизнь. Возможно, вы сможете найти такую цель, к которой вы будете двигаться всю свою жизнь, которая останется неизменной даже тогда, когда вы сами будете меняться. Цель всей своей жизни. Во всех других случаях будьте готовы к переменам. Но не путайте свой осознательный отказ от старой цели в пользу новых достижений с обычным бегством от проблем. Определить грань очень просто. Если решение оставить задачу дается вам просто, если вы не взвешиваете все за и против, то, скорее всего, вы просто опустили руки. Так страшно, что лень. Если вы постоянно откладываете дела в дальний ящик стола, затягиваете начало и выполнение любой работы, даже той, которая казалась вам приятной, то это означает, что вы часто и много ленитесь. Казалось бы, лень ⁇ это очевидный недостаток. От лени никакой пользы нет, и нужно бросить всю силу воли на борьбу с ней. Но при детальном расследовании оказывается, что лень не появляется сама по себе. Лень ⁇ это своеобразный механизм защиты психики от повторения негативного опыта спасающий от повторения неприятных переживаний из прошлого. Представьте, что когда-то вы решили сделать что-либо новое, начать проект, и получили негативный опыт. Ваша психика будет сопротивляться любому новому делу, чтобы вы вновь не пережили крушение надежд. Лень помогает избежать чувства вины, стыда, позора, досады, бессилия, гнева, раздражения, ощущения рабства и так далее. Мозг хранит негативные воспоминания, полученные в течение всей жизни, чтобы в будущем, когда события будут развиваться сходным образом, вовремя дать эмоциональный сигнал тревоги. И как только вы решили отложить дело, нервная система мгновенно вознаграждает вас приятным ощущением расслабления. Вы ощущаете успокоение и свободу, как будто вам и на самом деле удалось избежать негативного опыта. другими словами мозг использует эмоциональный кнут чтобы мы уклонялись от каких-то действий и когда мы избегаем этих действий он награждает нас эмоциональным пряником если вы постоянно странитесь с работы то ваше подсознание ведет себя именно таким образом поведение стало шаблоном который не так просто преодолеть для того, чтобы сознательно противостоять этому процессу, нужно научиться отключать защитные механизмы собственной психики и не использовать их, когда они не нужны, то есть когда они мешают быть продуктивными. Проблема лени никогда не решается непросто. В первую очередь, стоит выяснить, что именно вас пугает в новых задачах. Основные страхи и пути их преодоления. Страх ошибки ⁇ это самый распространенный вариант. Страх ошибки является предупреждающим сигналом о том, что может пострадать ваша самооценка в результате повторного переживания негативных эмоций, связанных с несовершенством результата. Если с первого взгляда непонятно, как сделать работу хорошо, страх не даст начать дело вообще. Таким образом, человек может попасть в ловушку бездействия каким образом преодолеть этот страх примите как данность что по большому счету страха ошибки не существует есть только страх опять пережить неприятные чувства такие как чувство стыда позора досады никчемности подавленности и одиночества именно эти переживания обычно вызывает у людей критика и личный опыт говорит что причиной этих переживаний является плохо сделанная работа. Научитесь любить себя вне зависимости от результатов работы. И не за заслуги, тогда страх поражения пройдет сам собой. Страх потерять свободу и удовольствие от жизни знаком бывает тем, кто еще в детстве слишком много руководствовался словом «надо». Как проявляется такой страх? Едва только вы решите стать настойчивым в достижении цели, распланируете дела на день и определите сроки их выполнения, так сразу нервная система даст сигнал тревоги. Обычно такие сигналы воспринимаются как явное ощущение в той или иной части тела, обычно в виде легкого дискомфорта. Если вы боитесь стать пленником собственных планов и своего режима, любую попытку самодисциплины вы воспримете резко отрицательно. Преодолеть такой страх помогает правильно выбранная цель который вы на самом деле стремитесь. Страх опустить планку возникает, если раньше у вас был отличный опыт какого-либо дела. Если вам удалось добиться хорошего результата, может возникнуть опасение, что в следующий раз не получится так же хорошо. Страх опустить планку превращается в проблему, если неуверенность в следующем успехе парализует действие. В целом, Нужно помнить, что страха снизить планку тоже не существует, как и страха ошибки. Есть лишь паника при мысли о том, что из-за плохих результатов нас перестанут любить те, кто восхищался прежними победами. И лечатся такие опасения по аналогии со страхом ошибки. Ваша самооценка должна зависеть от чужого мнения. Страх опасности бывает вызван не только своим опытом но и предупреждениями окружающих. Для укрощения этого вида страха стоит задать самому себе вопрос, какие неприятности могут произойти, если я буду, и выписать все возможные ответы, которые приходят в голову. Так вы, во-первых, увидите, что действительно страшные вещи случаются не так уж и часто, а заодно проработаете возможные пути решения проблем. Страх разочароваться в себе. Если человек твердо уверен, что талантлив в определенной области, его может поджидать очередная ловушка ума. Страх разочарования в собственных способностях. Опасения разочарования похожи на страх провала. Один сообщает о том, что окружающие будут критиковать, а другой о разочаровании в себе и самокритике. Обе модели поведения объединяет неудачный опыт на выбранном пути. Оба страха являются опасными капканами, разбросанными на дороге к успеху. И оба лечатся одинаково, постепенным повышением самооценки. Подобных страхов существует в нашем подсознании огромное количество. Они блокируют самореализацию, не позволяют начать никакого дела и удерживают от великих достижений. И если вовремя не разобраться с ними на пути самодисциплины, успеха можно не дождаться. Изучение личных страхов является важным этапом на пути освобождения от линии. Однако от одного осознания ситуация не изменится. А тренировка силы воли не поможет справиться с сильным эмоциональным напряжением, которое вы будете испытывать каждый раз, заставляя себя делать то, чего вы боитесь. Чтобы выявить и победить свои страхи, их нужно подробно исследовать. Выпишите список вопросов и ответьте на каждый из них максимально подробно. Как только вы проработаете все варианты действий, предстоящая работа перестанет внушать неконтролируемый ужас, а значит вы сможете победить лень. Вопросы для преодоления страха. Что неприятного может случиться и произойти, если я сейчас начну активно действовать, двигаться, постепенно подбираться к достижению своей цели? Какие неприятности ожидают меня на пути осуществления мечты? Какие чувства, возможные неприятности будут вызывать у меня? Что произойдет, если я буду продолжать продвигаться к намеченной цели? Какие эмоции я буду при этом испытывать? что будет самым приятным, а что самым неприятным на пути к цели. Вопросы можно комбинировать и задавать повторно. Подводные камни саморазвития. Когда мы решаем жить так, как считаем нужным, обязательно проявляются недовольные и обиженные. Начальник, супруг или супруга, родители, дети. Сначала решение встать на путь самосовершенствования и самодисциплины принесет вам только чувство одиночества и ощущение того, будто весь мир против вашего начинания. Но всегда следует помнить, что мы отвечаем только перед самими собой. Мнение или одобрение окружающих, какими бы близкими людьми они ни были, не должно иметь значения. Вы и только вы несете ответственность за то, что решили жить по-своему и изменить себя в лучшую сторону. Вы отвечаете за результаты своих поступков и за обстоятельства своей жизни. Вина за ваши действия или бездействие ложится на ваши плечи. Нередко ценности и убеждения других людей будут расходиться с вашими. Несоответствие вашего образа жизни их представлением о том, что правильно, а что неправильно, пугает их, поскольку на этих представлениях строилась вся их жизнь. Новое расписание будет предметом их постоянного недовольства. При столкновении противоположных убеждений обязательно начнется внутренняя борьба. Вы постоянно будете задавать себе вопросы. Может быть правы другие? Значит ли это, что я ошибаюсь? Но тому, кто познал свою сущность и осознанно решил пойти до конца, не могут угрожать чужие убеждения и отзывы. Только сомневающийся в себе и не знающий своего истинного я может испугаться общественного мнения, которое прямо или косвенно ставит под угрозу его новую выстраданную систему ценностей. Начав критически переоценивать прежние убеждения и честно пересматривать свою жизнь, в какой-то момент вы поймете, что единственным авторитетом для себя можете быть только вы сами. Обычно мы ждем подсказки со стороны, толчка, направления, но в действительности только сами можем знать, как нам лучше поступить. Пусть другие высказывают свое мнение о вас. Пусть хвалят или ругают. Эта информация не найдет места в вашем сознании и не станет частью вашей системы представлений, если вы не согласитесь с ней и не примете ее как единственно верную. Сформировав определенные убеждения о самих себе, мы поступаем в соответствии с ними, даже если они далеки от истины. Заключение. Сложные задачи обычно связаны с большими результатами. Верно и обратное. Если вы хотите чего-либо добиться, раскрыть свой потенциал, в первую очередь подготовьтесь к напряженной работе. Каждый человек, несомненно, заинтересован в получении какого-то результата от своей деятельности. Каждый чего-то хочет добиться и достигнуть. Без того, что вам действительно требуется, вы никогда не сможете почувствовать себя полностью счастливым. Вы можете говорить, что у вас уже есть все, что вам необходимо. Вы даже можете обманывать себя или делать вид, что ваши желания и стремления не имеют значения и не важны. Но факт остается фактом. Вы все равно будете хотеть получить что-либо. Задача этой книги издательства AB Publishing ⁇ дать вам набор инструментов, благодаря которым вы сможете пройти увлекательный путь и получить в награду желаемое. Настал тот момент, когда нужно взять инициативу в свои руки и отказаться от напрасных надежд. Мы часто, не прилагая серьезных усилий для решения своих проблем, говорим себе «Надеюсь, это сработает», «Надеюсь, у меня будет достаточно денег», «Надеюсь, люди будут покупать мой продукт», «Надеюсь, все наладится». Мы постоянно надеемся на то, что кто-то нам поможет, позаботится, изменит нашу жизнь в лучшую сторону, сделает нас счастливыми. То есть, в конце концов, кто-то даст то, чего мы хотим. Но если все время только надеяться и ждать, то никаких перемен к лучшему не произойдет. Пора оставить пустые надежды. Надежда ⁇ это неопределенное представление о том, что могло бы произойти однажды. Это фантазия на заданную тему. Превратите вашу надежду в четкую цель. Распланируйте шаги по ее достижению. Скажите себе мысленно. Я начинаю сейчас. Надежда лишает нас свободы. Именно в ней кроется причина наших страданий. Мы ждем, что все изменится по мгновению волшебной палочки. Этот тоненький голосок надежды заставляет нас испытывать одно разочарование за другим, потому что мешает взять ответственность на себя и начать действовать. Приучите себя не надеяться а действовать и работать над собой. Есть только один способ выяснить, что для вас правильно. Пробовать разные варианты. Искать свои цели и стараться их добиваться. Сделать первый шаг абсолютно всегда бывает непросто. Ведь находящемуся в состоянии покоя телу требуется гораздо больше энергии для наращивания скорости, чем уже движущемуся. Сделайте хоть что-нибудь. Это лучший совет, который можно дать человеку, собравшемуся сделать свою жизнь более совершенной. Примите решение, даже если в итоге оно окажется неправильным. Чтобы вы не делали это лучше, чем сидеть на месте и надеяться, что жизнь сама изменится к лучшему. Если во что-то верить всей душой, это обязательно произойдет. Если же вы будете дожидаться какого-то момента или события, чтобы начать жить по-настоящему, Например, пока достигнете определенного возраста, выйдете на пенсию, накопите денег, осуществите определенную цель, встретите нужного человека, то всю жизнь проживете в состоянии постоянного ожидания. Вы никогда не начнете жить по-настоящему. Как только вы начинаете действовать и чего-то достигать, у вас появляется ощущение собственной силы. Наступает самый важный этап в вашей жизни. И он может стать самым лучшим. Текст читал Станислав Иванов. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего.